Дать наркотрафику серьезный бой решили сотрудники областной полиции. За несколько дней они задержали сразу троих закладчиков. Двое из них в Уральске, а еще один в Аксае. Правонарушители пойманы с поличным. Возраст подозреваемых в закладке наркотиков самый разный. Одному 30, другому 37. Есть, отмечают блюстители порядка, и школьники. Впрочем, цена, которую они платят за попытку заработать легкие деньги, для всех одинаковая. По итогу они оказываются за решеткой. Всего же за несколько дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» полицией было зафиксировано 13 наркопреступлений. Это распространение и хранение запрещенных веществ. Из оборота было изъято 75 граммов наркотиков, подавляющее большинство – синтетика. В настоящее время проводят все необходимые мероприятия, следственные действия по установлению тех лиц, кто являлись кураторами в данных магазинах. Мы проводим эти мероприятия, я просто не могу афишировать. В прошлом году у нас такие случаи были, когда проводили мероприятия и были задержаны непосредственно сами организаторы, администраторы. Полиция отмечает, что в регионе наблюдается рост правонарушений, связанных с наркотиками. Так, с начала года зафиксировано уже 41 преступление.